Я приглашаю всех на майское собрание клуба, на котором будет выступать представитель компании «Высоцкий консалтинг» Сергей Снегур. Дело в том, что с этой компанией я знакома уже очень давно. И я помню, когда начиналось построение компании «Высоцкий консалтинг», и Александр рассказывал о том, какие у него мечты и какие у него планы. Одним из планов было то, что у компании должно быть много филиалов, и обязательно должен быть филиал в Америке, в Нью-Йорке. На сегодняшний день это уже не мечты, это свершившийся факт. Это мне дает уверенность в том, что эти ребята, они что-то понимают в стратегии, они что-то понимают в планах, они понимают, как найти, что нужно улучшать в компании, чтобы достигать своих целей. Именно поэтому я вас и приглашаю, потому что Сергей Снегур, он будет делиться именно этим опытом, опытом компании «Высоцкий консалтинг» в том, как построить правильные стратегические планы и как их достигать.